Как прошел ваш сегодняшний день? Почувствовали ли вы на себе влияние затмения? Как прописывание, как поклоны? Прописываете левой рукой с правой или только правой, или только левой? В общем, опишите мне, как у вас проходит марафон. Мне будет очень интересно, правда. Завтра мы делаем все то же самое, в принципе. Пишем благодарность и признательность. Кстати, как вам слово «признательно»? Как вы его прочувствовали? Тоже можете мне со мной поделиться этим. Благодарность и признательность. Поройтесь в глубине своего сердца, найдите самое-самое сокровенное, за что вы благодарны. Дальше поклоны мы добавляем по одному поклону. Теперь мы будем кланяться 5 раз с вами, дорогие мои девушки. И мужчинам традиционно, да, то, что вы готовы сделать для своей жены, будущей или настоящей. Пишите свои эмоции, можно в комментарии, можно в личку, лучше в комментариях, чтобы другие видели и понимали, что это все работает и все очень здорово.